Концепция Китая о мирном развитии и инициатива Фиджи «Море мира» преследуют одни и те же цели и задачи, заявил премьер Фиджи Ситивени Рабука в эксклюзивном интервью медиакорпорации Китая. Мы должны понимать существующие разногласия между странами и должным образом их разрешать. В числе выдвинутых Китаем 5 принципов мирного сосуществования – мирное урегулирование разногласий. Речь идет о том, чтобы не применять оружие и не угрожать его использованием. Это совпадает с инициативой Фиджи «Море мира». Тихоокеанский регион сильно пострадал от мировых войн, и теперь мы хотим оставить все это позади, чтобы построить море мира. Все мы должны стремиться к этой цели и не допускать вмешательств в гармоничное сосуществование стран региона.